Привет, ребятки. Помните, я показывал вам вот такие вот ролики, сейчас покажу на своем канале. Вот. Был вот такой вот тизер 74 серии, 2 просмотра. И тут есть новый тизер. Я его тоже выпустил, вы тоже можете посмотреть его. Вот, посмотрим вместе этого. Смотрите, ребятки, мне это... Давайте посмотрим. Вот. Что-то говорит. Может, что-то говорит про уничтожение. Не знаю, что он говорит. Стоп. О, спикер снял свою масочку. О. Вот. Блин, спикер мой танцует. Сейчас спикер тоже. Спикер тоже поет, танцует, класс. Это, знаете, это первый раз, когда он начинает танцевать. Вот, ребятки, смотрите, этот тизер тоже. Он очень крутой. Но сейчас мы посмотрим полную серию. Вот она. Давайте посмотрим эту серию. Агент появляется. О, кто это? О, это ТМВН новый. Тут, короче, агент и новый ТМВН. 7 минут, класс. А это кто вообще? Это новый какой-то агент, который всем помогает. Как камерамен Титан. Что тут происходит? Кто это? Кто это? Скибиди. О. А, я понял, понял. Сейчас мы смотрим от лица ТМВена. И он за Скибиди. Ну, он, короче, он взял Скибидиста под свой контроль. Фига себе. О! Кричит. Он взял голову. И открыл. Класс. Тут уже тут заложники. Один скибидист только. Тут люди. Тут... А, я понял. Тут их берут людей и создают скибиди. Им включили песню, чтобы они превращались в скибиди. О, заложник, это, заложник ползали тут. Блин, ребята, это хотят улучшить Джимена, и ему поставят руки, и как в одном сериале было. О боже. Блин. Ребята, сейчас была отсылочка на дом студии. Там был и дрель, и часы. Привет. Это самый длинный ролик. Thank you.
Я это все смотрел. Блин, вот это, вот смотрите, это последний, это ссылка на последний тизер. А это что, камера не смотрит? Вот продолжение последнее. Вот смотрите, помните, это в тизере было? Кстати, я сейчас только заметил, видите, у него на унитазе появился ученый какой-то. Раньше этого не было. Что, вы знаете, что? Вот это будет. Что-то Тэмэвэн сказал другое, а Тэмэвэн злится. Короче, я так понял, то, что он, они захотели добить Джимена, но он сказал, вам надо прокачаться, потому что Джимен себя улучшит. И он начал злиться. Понял. Боже, это что за локация? Что это был за скибиди? Блин, ребятки. Капец. Я так понял то, что помните, я говорил то, что есть два скибидиста, которые хотели убить Джимена. Один вот этот вот с руками. Он улетел с другим астроскибидистом. Но тот красный астроскибидист, это был не этот астроскибидист, потому что мы думали, то, что это второй астроскибидист с этой пушкой, но, к сожалению, красный это какой-то другой астроскибидист. А вот это вот с рукой камерамена Титана, это тот астроскибидист, который был, хотел убить Джимена. Ну вы поняли. Какой он тут появился тут? Капец, его никак не пробить. Я летел. Боже, тут еще скибидисты появились. А кто там сверху? А, это тот. Ой, это еще один астроскибидист. Как ты там справишься? Спикермен хочет помочь камерамену, но Тимми Вен его забирает от котика. Ты нужен? Пошли, котик.
Смотрите, я так понял то, что... Помните, Камермен хотел убить Эстера Скибидиста, и он хочет отомстить ему. И он полетел уничтожать его. Спикер хотел помочь, но это Мэвен его... Никто не видел. Что с камерой? Блин, это самая долгая серия за всю историю The Fuck Boom. И она самая крутая, мне кажется. Только жалко то, что камерамен Титан, наверное, погиб. Но, ребята, такая его судьба. Наверное. Ну, если понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь, и я прощаюсь с вами. Кстати, сегодня наступило лето, и это классно. Всем пока.